добрый полтинник часов работы позади. Разработка прошивки для компьютера идет своим чередом. Много там всего, сложно там все, хоть и просто будет выглядеть. Тестовая прошивка работает как часы. Ее можно смело подключать к системе, и она не навредит. Всплыл только один маленький нюанс. Блок реле, наверное, стоило бы вынести из корпуса и соединить по RG45 с блоком розеток. Вообще, правильные мысли иногда посещают уже после того, как все запилено. Крутое решение пришло потом. Сделать реле не пакетом, а купить большие уличные розетки и поставить реле внутри самой розетки. Тогда каждому блоку шло бы по 3 провода. Прям как подключение питания ватникового компьютера. Нужно питание, воткни провод и прикрути розетку. Подумаю над этим. Ладно, работает и фиг с ним. Электрику развел позади. На розетке прекрасно видно чуть сбоку изнутри тумбы. Никаких проблем со втыканием вилок я не ощутил. Позже на уровне розеток подпишу канал и достаточно. Решил избавиться от проводов в тумбе вообще. Совсем. Нет никакого резона смотреть на провода, если розетки трогаю один раз в полгода. А то и реже. Короче, позади разведено 4 канала. Сдвоенный для фильтров, один для света, один для стерилизатора, один для CO2. Дозатор будет питаться от 5 или 12 вольт, ему розетка не нужна. Вспоминая откровение Виталия на канале Green Art Moscow по поводу электричества у воды, задумался. Есть опасный момент. Я могу плескануть воды по задней стенке, она потечет именно на розетке. Этого не случилось, будь они внутри тумбы, но у меня не все как у людей. Поэтому чуть позже я поставлю на вход питание аквариум УЗО, которая предназначена для защиты людей от поражения электрическим током при случайном, непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям. В моем случае это важно. Заземлить мою акву можно только об батарею. Теперь фильтрация. Последний заплыв в магазин на ферганку был очень удачным. Заменил своих старичков на двух новехеньких JBL Crystal Profi E701 Greenline под магистраль снабжения и 702 под месиловую биологию. Обмывал 2 дня. На пару в пустом состоянии они качают 15 объемов или 1500 литров в час. Думаю, что когда полностью снаряжу систему, будет давать 1000 литров в час на пару при совокупном потреблении 18 ватт. Да где вы такое видели? Самая экономичная полезная тонна в час в мире. Как я и ожидал, два фильтра прямоугольного сечения с хорошим объемом ювелирно залезли в маленькую тумбу. А по объему это целый самп в 12 литров или 1/10 объема аквариума. Да я хоть 10 здоровенных цихлит туда кину, хватит мощности объема на переработку даже при пустом аквариуме. Разобрал оба фильтра до основания в поисках различий в конструктивных решениях. Головная часть фильтров 701 и 702 оказалась абсолютно одинаковой, совершенно. Да и с ней и так все пучком. А вот в емкости ведра есть изменения. Во-первых, убрали верхний распределитель на предфильтры, который только тормозил поток, и впилили предфильтр в виде всей первой корзины. Это должно положительно сказаться не сразу, а на стадии, когда уже запустился биофильтр. И канистра несколько заилилась. В 701 скорее всего мощность потока упадет из-за малой площади и предфильтр будет тормозить. Но есть хорошее решение, чтобы избежать этого. Вынуть губки из предфильтра 701 и поставить предфильтр на вход в забор в аквариуме. И ноль проблем. Я бы не сказал, что это изменение мелочь. Биофильтр это хрупкая система. И по-моему, чем меньше вскрываешь канистру, тем лучше. Есть еще одна особенность, которая, скажем так, озадачила меня. Это угол наклона бинокля градусов на 70-80. Пришлось мутить схему магистрали именно под них. С одной стороны, это великолепное решение для маленьких тумб. С другой, неудобство, как их повернуть так, чтобы они не мешали управлению потоком или замкам на корпус. Это важно, если развернуться негде. Вообще, почему никто не сделает гибкий выход, а краны вынести на корпус? Делов-то всего. Тема наполнения этих фильтров и всяческому тестированию на прокачку я коснусь в следующей серии. Там есть о чем поговорить. Кстати, отказался от стеклянных переливов. Будь то Ада или Китай, один фиг, они привередливы, и мне надоело выковыривать из них улиток. Забиваются очень быстро, во всех аквариумах. Вернемся к CO2 в системе.
Короче, Хьюстон, у нас проблемы. Вот эти китайские, прикитайские счетчики пузырей типа обладают обратным клапаном. Нифигашечки, товарищи, не обладают. После простой в неделю счетчики, заполненные водой, заметил, что они оказались почти пустыми. Вся вода ушла в редуктор. Короче, конструкцию придется менять. Не делай это. Надо вставить нормальные ниппеля на выходе из иглы тонкой регулировки. Мне пришлось промывать и продувать. Коррозия может убить эти детали. Это не нержавейка. Иглы тонкой регулировки надо беречь. Зазоры и допуски там очень маленькие. Теперь открой секрет вот этих бутылочек. Если коротко, это не емкости для дозаторов. Это, собственно, сами дозаторы. Я так посидел, покумекал, а нафига дозатору корпус? Чего вообще в нем хранить? Помпу, драйвер, экраны, кнопки? Ну окей, мне это не нужно. А что если помпу можно вклеить прямо в крышку? В общем, подумаю и решу этот вопрос. Питание в 5 и 12 вольт с ничтожными потреблениями помпы можно в два спичных коробка упихнуть. Или вообще купить адаптер, насколько нужно вольт, ампер, мегаватт, гигаватт и прочего. Но это разговоры и мысли для рубрики D, которая, увы, по статистике вообще не взлетела. Поэтому в этом видео сам процесс монтажа и чего-либо я не снимал особо. Только результат и общий процесс. Если я не прав, напишите в комментариях или мне лично, снимать ли процесс и работу руками, последовательность и тому подобное. Короче, в следующем видео моего блога будем тестировать систему. Заткнем тару фильтров наполнителями, проведя некоторые эксперименты. Подписывайтесь на канал, очень жду от вас лайки. Скоро увидимся в новой серии. Пока.